Я редко пишу какую-то программу такой, ну то есть это такой примерный полетный лист, но тем не менее какие-то прикидки пишешь. И я вот пишу борт 0,5, а сын так из-за плеча посмотрит: папа, а почему ты 0,5 через запятую написал? Однако симптоматика. Борт 0,5 добро на взлет, небо снова нас зовет. И бетонку с Богом отпустил. Набираем эшелон, не плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас к семье ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, 5700, и мы пока крепкий чай в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, на земле по сотке мы нальем. Командир на руку скор, наплевал на коридор, до ворот прокладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, бортрадист всех отошьет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас к семье ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне, шум ее для нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлю. Нам уже не привыкать в обезоловку играть, знал бы пригон, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Да мы же сами как семья, мы экипаж.
экипаж. Спасибо.